Вопрос такой у меня. Как вы себя здесь? Как вам? Классно. Есть ли с чем-то, что какие-то маленькие состояния зарисовки, с которыми бы хотелось поделиться вот против фестиваля? Может, Маша? Ну, ты подняла руку. Стик! Это я!
история. Интересно, люди, все. Есть порог, самый сложный, но небольшой, но такого размера. Вот такого. Идем, идем, доходим до порога. Самая сложная штука. Команды все не схожены, люди неопытные. Первый поход, второй категории сложности. Всего лишь. Мы подходим к этому порогу. Пройти его хочется, но все боятся. Абсолютно все боятся. У кого-то слабый капитан, у кого-то слабый рулевой. Идем на байдарках с названием Таймей. Все их знают. И вот мой товарищ, друг, мне 20, ему там побольше. Он говорит, да давай вместе. Вот без никого, сами вдвоем на легкой байдарке пойдем порог. Хорошо. История о весле, вы помните, да, весло.
И мы с моим другом садимся в эту байдарку. Она пустая, пустая. Заходим на порог. Ну, чтоб выйти. А подожди, хочется воспоминаний. Ну, чтоб было подвиг совершить, и был. И у нас был товарищ, его звали Академик Чазов. Почему? Потому что он всем говорил, Академик Чазов говорил. И он был Академик Чазов там, в шляпе, в танковом комбинезоне. У него был фотоаппарат, он снимал все для документов. И мы взяли его в лодку, переплыли эту реку, оставили его на дороге, сами сели в байду. Я был сзади, товарищ более опытный впереди, он более легкий, я был дешевый. Вот. И мы стали рисовать. У нас у каждого было весло. Ну, я греб, он греб. Мы зашли в порог идеально. И прыгнули в порог. Полетели и сели. И вдруг раздались аплодисменты. Стояли люди, там спортсмены, они-то видели идеальное прохождение порога. Ну, классно, счастье. Нас распирает эмоции, нам хорошо. Но что мы делаем? У нас же есть товарищ, который берет фотоаппарат. Мы плывем к нему. Сажаем его, видел, снял, снял, садись. Подходим к порогу опять. Ну, уже там, вот это порог такой, вот все, он льется. И вдруг мы переворачиваем. Потому что нас разбирало счастье. Мы перевернулись. Вот, ладно, что мы перевернулись, не в том, что история. У меня было весло. А вы помните фильма Корневича песню, кто весел не бросил. И так случилось, что эта байда дала мне по голове. И весло я выронил. И оно поплыло, бурная горная река. Товарищ, который более опытный, он подводник. Вот. Я глянул, почему я бросил, потому что в танковом комбинезоне стал тонуть. Я вышел за ним. Вот, спасать его. Весло поплыло. Что такое на горной реке лодка без весел? Это глупо. Товарищ поплыл за этим веслом. Он плыл, он подводный спорт, там мастер спорта, плыл. А потом, ну, сильно хорошо плыл, он вскочил и побежал. Дело в том, что это был для меня шок тогдашнего, ну искренне, потому что я не представлял, что человек может бежать по воде. Да, там было мелко, как выяснилось, а он плыл, он думал плыть быстрее, чем идти. Весло я бросил в тот момент, это был опыт. Он поймал весло, все хорошо, фотоаппарат утопили мы еще один, все остались живы и здоровы. Вот история о весле, обо мне, как я его бросил. Весло, вот, ну... Ключевое слово. А на самом деле слов никаких не нужно, просто счастье каждую минуту. Это для вас все. Казалось бы.
Великолепно! Хорошо! Наконец-то увидел, как жене это видят. Спасибо за историю. Аплодисменты актерам! У меня есть. Хорошо. Ребята, сегодня вечер для совершеннолетних, извините. Надя, ты свет. Неправда, он спит. Он четвертый раз им надо. Собирается. Меня зовут Катя. Моя история началась с 10 лет назад. Я была на очень сильной духовной практике, такая репутация АУ. После нее, когда я вышла, я получила браслета много-много. Вот. Что-то я так смотрю на свои руки в этих браслетах, так много, так как-то все больненько, они так тарахтят. Я знаю, что когда я приеду на Сяйва, я обязательно буду с Дашей, и я даже рисую. Вот, под этим браслетом. Аплодисменты Кате. Давайте посмотрим состояние Кати. В форме живая структура. В своей жизни знаю точно. Да, я поеду на Сяево. Одно я в своей жизни знаю. Когда я поеду на Сяево. Никогда не рассказывал историю Плейбэк театра. Поднимите руку. У вас есть возможность. История, кто первый раз когда-либо рассказывает в Плейбэке историю. У кого есть? Как тебя зовут? Неважно, я пошутил про возрастной театр. Он мне говорит, что ему приносит, что можно рассказать. Громко расскажу. Как-то раз это было уже почти конец года в Чехово. И у нас был праздник специально для наших мам. Все было большое на мне. Музыка, свет на сцене, слова. Моя одежда, одежда всех остальных. Мне приходилось прийти все мои. Ты был в ванной? Да. Я был в ванной. И как-то раз я... Мне сказал человек, который был организатор своего, что я должен идти так-то по рубашке. Но чек то, что в тот день оба, и рубашка, и брюки были формы. И я одел джинс и жилетку. Меня долго ругали жилетки. Потом я бегал по сцене, бегал по возле сцены, чтобы включать через свет. Повторять нашим актерам слова. Потом, когда все закончилось, уже был просто шведский стол, я практически ничего не получил, потому что делать было все убрать. Я ушел самый последний, даже просто родительского собрания.
когда я вышел, все мои одноклассники, они решили, что бегать. Никто не подошел ко мне и сказал, а где ты был? Но потом, когда я пришел домой, по-вашему справедливость? Вот ты, что ты делал? Песню пел, да? А ты что делал? Стишок прочитал. А, ты просто ел? Ну да. Вы знаете, что такое? Мама, ну скажи вот так вот. Я не могу, ребята, ну сколько можно уже? 2 дня до выступления, давайте, соберитесь, давайте, все вместе. Мама! Так, я за этот бардак отвечать не хочу, все должно быть идеально. Ведь мы делаем это для мам, ребят. Каждый здесь должен вложить душу, себя. Для мамы стараюсь. Давайте, все вместе. Баланс.
У кого есть история? Не могу сказать многодетной матери. Мама. А тут я прямо вот пошла в Симатово, и вот до этого ржала, и потом час мы с Ростиком и Мишей распутывали. Так вот я поняла. Спасибо. Так много времени. Мне нужен был всего один час. Всего часик. Один часик. Какой? Ну, пожалуйста. Ребята, я вас очень прошу. 6 раз по 10 минуточек. Подарите мне свободу. Незнакомым, но симпатичным для вас человеком. Пожалуйста. И сядьте к нему лицом к лицу. У вас есть 5 минут, это 2,5 минуты на каждого. Вы делитесь в обе стороны историями. Расскажите. Вы рассказываете историю друг другу. Ha ha ha!
пересидела. А сколько пилы дала? А сколько пилы я купила? Не Саша, а Пол! Еще один. Нормально все, я как всегда справлюсь. Смотри, я удобный. Я не могу так работать. Кто это? Это вы? Я вас за стулом поломалась. Не замечаю. Слушайте, я никого из вас не замечаю. Я, кстати, по поводу стула. Какого стула? И что по поводу кресла? Да! Что по поводу кресла? Тебе что-то не нравится или что? Вот этого передовика дальше производства! Мне тут 40 лет! Так он еще мой дед сидел! Я конечно, понимаю. Что ты понимаешь, сынок? Что ты в этой жизни? Ну я сейчас ему... Ай! Понимаешь? Это... Ты знаешь, что это за стул? Ты знаешь, кто работал на этом стуле? Отлично, ты работал, работа вообще, что пришел, не работаешь. Я так с утра просто к работе так. Говорю, хорошо. Делай же что-нибудь. Ну ты ж не директор, ёп. Ты меня достал уже. Я с работы прихожу, я... На табуретку сажусь, я кайфую, понимаешь? Ты что? Мне жизнь испортил, понимаешь? Ты ж ты не думай, что ты... Конечно, молодую выбрал. Простоватый, наверное.
как-то громче. Громче. Хотелось ей немного уединиться, просто побыть одной. Мама! Тут ей встретился один человек. Он сказал ей: я выполню твое желание, потому что я волшебник. Он отвел ее в одно место, где было море. Никого не было. Максимум кавычек. Сказал: вот твое желание. Совершенно ей не нужны сейчас.
сейчас.